48-летняя Кристина Арбакайте поделилась радостным моментом общения с родными людьми. Певица показала, как отметила день рождения единственной дочери Клавдии. Младшей наследнице поп-звезды в конце марта исполнилось 8 лет. Кристина обнародовала снимок с праздника. Звездная мама позировала вместе с 42-летним мужем Михаилом Земцевым и 8-летней дочерью. Все трое были одеты в светлые наряды. Голову ребенка украсил праздничный колпак. Арбакайте сообщила, что выполняет требования власти и медиков, соблюдая режим самоизоляции. «Пусть все семьи будут счастливы и здоровы. Мы всем шлем нашу любовь», — отметила артистка и сопроводила нежное фото хэштегом «Сидим дома». Публике понравился позитивный кадр и отличное настроение, которым она поделилась. «Клава и на папу, и на маму похожа. Как по мне, Клава, папина копия. Красивая семья, молодцы, здоровья и сил, и до скорой встречи. Переживем и карантин. Девочка прелестная, вообще вы классная, приятно на вас смотреть. Везде столько негатива, спасибо за положительные эмоции», — указали фолловеры поп-дивы. Одна из подписчиц заметила особенность внешности Клавдии. Школьница не унаследовала голубой цвет глаз родителей. «А почему у дочки карие глаза?» — поинтересовалась женщина, чем вызвала бурную реакцию оппонентов. «Не говорите ерунду, у родителей моего внука глаза темные, а у него светлые. Такой глупый вопрос. Вы чего? Ребенок копия папы», — написали фанаты Арбакайте. Мать Кристины, Алла Пугачева, нежно поздравила внучку с днем рождения. Певица назвала девочку своей капелькой. Младшие дети примадонны российской эстрады забавно объяснили, как не заразиться коронавирусом. Максим Галкин поделился трогательным видео с малышами.